Всем привет! Я тут для Ливсика новое задание приготовила. Да, Ливсик, для тебя. Вот, новое задание. Спасай Аркашу. Нужно спасти рядового Аркашу. Давай, иди сюда. Да, Аркаша там подкрякивает. Правильно, сейчас тебя спасут, не переживай. Давай, Ливсик. Давай, Ливсик. Привет, Аркашенька, привет, наш мальчик. Сейчас, зайка. Давай, Ливсик, иди сюда. Иди на одеялко. Иди, давай, 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 давай. Нет, меня не надо бить присадой. Давай, иди. Ливсик. Ливсик, Аркаша ждет. А то он, бедняжка, в темноте сидит. Давай, Ливсик. Иди сюда. Ливсик, давай. Come on, everybody, иди сюда. Давай. Ну какой ты смелый. Привет. Да, иди сюда. Иди, давай. Ну давай. Смелее. Давай. Давай сюда. Там только Аркаша, там нет злого второго Ары. Давай сюда. Вот. А теперь давай, снимай. Спасай Аркашу. Надо открыть Аркашу. Со своей клетки ты снял, правда, со старой. А, ты хочешь его еще и шторой задвинуть? Правильно. Зачем, скажи нам, Аркаша, если у нас есть такой замечательный Ливсик, да? Аркаш, ты такие интересные звуки издаешь, когда укрыт, да, Аркашенька? Ага. Нахал! То есть он решил воспользоваться тем, что Аркаша занят? Ливсик. Добытчик ты наш. Добытчик. Не надо железку. Ливсик. Да, освобождай Аркашу. Не, ну так ты его и из клетки-то освободишь. Ливсиня. Ливсик, смотри. По-моему, он там заглядывает. Ага, он там заглядывает. Сто пудов. А не, не заглядывает. О, кто здесь? На, держи. Ты в меня швыряешься одеялом? Держи, я тебе помогу. Не видать тебе света, Аркаш. Ливсик плохой друг и помощник в этих делах. Наверное, слишком длинное одеяло. А как? Вот угадай, Ливсик, как? Ладно, я поняла. Хвостик убирай. Аркашенька, тебя освобожу я. Раз это пернатое не в состоянии это сделать, то тебя освобожу я. Ливсик, не надо палочку чужую забирать. Вот же жлобье выросло. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Спасибо вам за просмотры. Пока!